Некогда далекое 1 сентября встречает школьников уже на следующей неделе. Своего часа ждут ручки, тетрадки, рюкзаки, с которыми дети отправятся в школу. Ну а тем, у кого подобного инвентаря нет, помогли сотрудники силовых структур и общественники. Мы сначала эти семьи обзвонили, уточнили, что именно необходимо. Ну вот и все однозначно сказали, необходимы, конечно, новые рюкзаки, дневники в первую очередь. Ну все, что просили, все закупили. Всероссийская акция «Помоги пойти учиться» инициирована Министерством внутренних дел Российской Федерации. Мероприятие проходит уже не первый год, в том числе и в Десногорске. Благодаря этому дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, начинают новый учебный год с необходимым школьным набором. Мне очень приятно, что подарили, и буду использовать все в школе. Мне подарки помогут начать учебный год, учиться на пятерке. Там пенал, краски, альбом и бумага, дневник, пластилин, обложки, тетради. В этом году к благотворительной акции присоединились сотрудники прокуратуры, казачества и предприниматели. Общими усилиями были приобретены обновки для восьмерых детей, которые теперь точно будут ждать 1 сентября.